Николя Саркози приговорили к году лишения свободы. Экс-президент Франции признан виновным по делу о превышении расходов на финансирование своей президентской кампании 2012 года. Он потратил более 40 миллионов евро, что почти вдвое превышает установленный законом предел. Суд установил, что Саркози знал о законном пороге, как и о возможных перерасходах, но, несмотря на это, продолжил предвыборные митинги. Вынесенный вердиктом уже второй приговор Саркози за последний год. Он второй после Жака Ширака, экс-президент Пятой Республики, привлеченный к суду и первый, получивший реальный срок. В тюрьму Саркози не сядет. Он будет находиться дома под электронным наблюдением. При этом экс-президент Франции намерен обжаловать приговор, продолжает глава редакционного совета газеты «Русская мысль» Виктор Лупан. 1 марта он уже был приговорен к 3 годам из-за мошенничества. И 3 годам, из которых 2 условно, и 1 он должен отсидеть в тюрьме. Он подал на апелляцию. Это уже второй приговор, уже за превышение потолка финансирования президентской кампании. Почему? Потому что во Франции, в отличие от США, можно любые деньги брать у кого угодно и так далее. Здесь все очень регламентировано. У него один приговорен, их всего там 13 человек. А он сразу же подал на апелляцию, приговор превысил то, что просил прокурор. Это очень редко. Прокурор на самом деле попросил, чтобы его приговорили к 1 году, но только 6 месяцев тюремного заключения и 6 месяцев заочных. А тут он получил год тюремного заключения. Уже сказали, что, конечно, в тюрьму его не посадят, но что он должен будет сидеть дома, не выходить абсолютно никуда в течение года и носить электронный браслет. Политическая элита и сообщество, и вообще французов, наоборот, как бы радуются. Это как бы никакого шока такого не произвело. Не понравилось очень юристам то, что он не явился на судебное заседание. Они считают, что это, во-первых, хамство, во-вторых, что он высокомерен. Виктор Лупан, глава редакционного совета газеты «Русская мысль». Примечательно, что жена Николя Саркози, модель Карла Бруни, после объявления ему приговора опубликовала в соцсетях видео с своим участием в модном показе, благодарностью за приглашение дому Бальман. При этом сам приговор она пока не прокомментировала.